здесь не хочу, здесь народ. До Нового года осталось 39 дней, а что, 15:46? А сегодня какое? 20-е? А, это минуты, 15 часов 46 минут. Да, 15 часов 46 минут. Круто. Вот у нас уже елку поставили. Да. Фонтан работает. Зимой фонтан. Работает фонтан. Ну да, это охлаждение для снежинки там, для льда как бы. Льда как бы. Вот. Миша сосульки какие на месте. Так что, давайте. Прокопьев. С наступающим. Прокопчане, если вы лайк не поставите, тогда следующий год для вас будет очень печальный. Ставьте лайки, и тогда будет все замечательно. Поняли? Привет, Олег, Кузбасу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. С Новым годом, прокопчане. Поздравляем. Шарики снять. Ой, эх, какие шарики прикольные. Ты ничего не вырезаешь. Снимай как есть. Вот люди, блин, люди, блин. Они снимают, они реально снимают. О, у меня шарик нет. Ну классно, вообще классно. Вот, блин, в этом году реально елка классная, блин. Быстро так поставили. Они, чтобы на морозе не ставить. Ну раньше поставили. Классная елка. То есть не сказать, что там, блин, в том году, ну, в этом году мне больше понравилось. Да. Вот что я могу так сказать. По-моему, она такая же. Звезду пойдем к звезде. А можно, кстати, сейчас это вот через эту арку можно сфотографировать, там будет звезда. Прям. Камера идет. Ага. Да. Еще раз. Прокопьевску привет. Холодно, блин, у нас. А ты что, перчатки не одел? Нету, забыл перчатки. Ну, у нас такая арка, это, короче, интересная, да? Да. Третий или четвертый год уже подряд, ну и тоже. Ну а что? Нормально, красиво же. Ну, здесь можно сфоткаться.